Доброго времени суток, дорогие друзья. Это продолжение моего небольшого курса, посвященного игре на барабанах в разных стилях. И это завершающая 7-я лекция, в которой мы рассмотрим такие направления музыки, на самом деле наиболее любимые мною на сегодняшний момент. Это так называемая стилистика ECM. Она родилась в Европе, и это направление европейского джаза, и в принципе это название связано с названием студии звукозаписи ECM, которая в принципе в свое время в Скандинавии специализировалась и специализируется по сей день по записи джаза, но европейского джаза, не американского, а именно местных музыкантов и музыкантов европейских, которые играют музыку, опираясь на традиции, свои культурные традиции, европейские и академической музыки, и фольклорной в частности. И, соответственно, второе направление – это так называемый фри-джаз, авангардный джаз. И мне тоже достаточно часто сейчас приходится играть с прекрасными музыкантами в этом ключе. И когда-то давно мне казалось бы еще странным, что меня заинтересует это направление музыки, но в силу определенных обстоятельств я этим заинтересовался, и у меня тоже есть чего рассказать про этот жанр. Ну, начнем по порядку, и мы сыграем композицию именно в стиле европейского джаза, потому что сам человек, который является хозяином студии ECM, я слышал, что он не очень любит, когда стилистику называют ECM. Но, тем не менее, как общее определение, мы сыграем вот композицию, которая базируется на этом жанре.
Но, как вы можете услышать, в этой музыке действительно тоже очень много свободы. Тоже очень много, можно много себе позволить, как, допустим, и в том же джаз-роке. Но чем отличается этот жанр от того же джаз-рока? Тем, что здесь можно больше управлять динамикой. Тем, что здесь допускается динамика совершенно от пианиссимо до фортиссимо. Здесь можно делать какие-то неожиданные паузы и надеяться на то, что тебя услышат. И сделают паузу либо вместе с тобой, либо отпустить кого-то. То есть тут больше свободы именно такой музыкально-фактурной. Свобода не столько в том, чтобы играть все, что ты знаешь, а в том, чтобы проявлять себя максимально музыкально с точки зрения возможностей. То есть и динамических, и каких-то фактурных решений. И, в принципе, любые идеи, которые сюда приходят, они все реализуются, они могут все реализоваться, если это просто очень красиво звучит и музыкально. И, соответственно, здесь нету привязки к хай-хету, к тому, чтобы он играл постоянно вторую и четвертую долю, да, здесь я играю каких-то больше каких-то свободных фактур, вот, и, соответственно, аккомпанемент, он предполагает развитие своих линий, то есть вы также можете развивать свои линии параллельно солисту, но всегда имея в виду то, что если, например, в джаз-роке ты можешь развивать свою линию, которая может даже в какой-то момент стать более важной, там, чем линия солиста, то здесь все-таки надо всегда иметь в виду, что это контрапункт, и всегда понимать, что ты аккомпанируешь, несмотря на то, что ты внутри этого аккомпанемента, ты можешь быть свободен. То есть есть определенная грань, за которую, ну, лучше не выходить. Вот. Ну и, собственно говоря, вот, как вы видите, в игре этой музыки в основном на своем лежит все-таки дольная пульсация, не триольная, как в джазе. И по свободе, в принципе, вы здесь можете делать все, что угодно. Не очень приветствуется в этом ключе, не во всех вещах, играть, например, вторую и четвертую долю в малый барабан. То есть какие-то наиболее стандартные решения, которые могут прийти, они здесь не работают. Здесь лучше работают больше свободы, больше каких-то идей, работы со звуком и каких-то других изобразительных средств. Ну и следующее жанр направления, про которое я хотел рассказать, это так называемый фри-джаз, авангард. Эта музыка появилась в Америке и в Европе, они развивались примерно параллельно. Также очень много известных российских исполнителей. Например, авангардная группа «Архангельск», да, была в свое время такая, которая объездила весь мир в начале 90-х, если мне память не изменяет. Также есть выдающийся музыкант вот, современности Алексей Круглов, и с которым я имею честь играть очень часто. И вообще очень много интересных музыкантов в этом ключе. Гениальная группа «Москва Арт-Рио» с Михаилом Альпериным, Аркадием Шелклопером и Сергеем Старостиным, которых обязательно я вам рекомендую послушать. Вот. И я сейчас покажу основной принцип именно игры на барабанах этого жанра музыки. И особенность заключается в том, что в этой музыке нет темпа, нет ритма, и как бы она абсолютно не, ее невозможно высчитать, но здесь как никогда, ну, должны работать уши и интуиция, то есть вы должны обязательно слушать, что происходит вокруг, играя с солистом, предлагая ему какие-то идеи, и сейчас я для того, чтобы продемонстрировать, как эта фактура сохраняется, мы сыграем одну пьесу, в которой мы сначала начнем играть в ритме, потом постепенно будем из него выходить. Я сыграю небольшое соло, и потом мы опять вернемся в ритм. Я хочу сказать очень важный момент, что когда мы играем аккомпанемент в фри-джазе, не надо пытаться думать, что мы должны играть здесь все приемы, которые мы знаем. То есть вот все, что мы знаем, мы просто играем вне метра, это не так. Потому что если мы аккомпанируем, мы все равно сохраняем тарелку главной, малый барабан, то есть мы оставляем принцип джазового звукоизвлечения, но мы немножко меняем, даже не немножко, а мы сильно меняем ритмическую структуру, от которой просто отходим и больше работаем звуком. Мы больше работаем звуком, чем ритмом и какими-то такими вещами. Вот сейчас мы сыграем блюз, который постепенно перейдет во фри. И я вам продемонстрирую, как это происходит, как из обычной фактуры свинговой сделать фри и потом вернуться в тему обратно в ритм. Спасибо. Thank you.
Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать об этом жанре, об этих двух жанрах. Как видите, здесь очень много свободы и вариантов изобразительного какого-то тембрального. И свобода музыкальная в этих жанрах, она совершенно безгранична. И мы можем делать все, что мы хотим, лишь бы это было красиво, музыкально, интересно, изысканно и соответствовало драматургии каких-то концертов, которые мы играем. Спасибо вам большое, мне было очень приятно провести этот урок для вас сегодня, и всего вам доброго, и желаю удачи во всем, спасибо.